черная пешка. Так, мини-игра. Используйте офицера, чтобы убрать пешки, пока они не достигли другого конца доски. Офицер ходит по диагонали. Но это понятно. А пешки двигаются прямо. Тоже понятно. Чтобы победить слона, они могут перейти на одну клетку по диагонали. Но это чтобы убить слона. Так, а где слон? Где тут офицер? Где слон? Так, это пешки. Раз, два, три. А вот это офицер. Ну, пока я не понял задачу. Так, сейчас. Так, нужно убирать все пешки по одной. А, то есть, короче, их надо сзади. Так, ну, теперь примерно понял. Так. А черт. Так, эту я уже прошляпил.
посмотри, какая задача. Честно говоря, я ее пропускать не хочу. Так, ну пока все нормально. Так, 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 так. О! Черт. Так, вот эту пешку надо остановить. Ну, в общем, вы поняли, да? Еще немножко, и я их бы уконтрапупил. Ну, предоставляю эту возможность вам. Так, хорошо. Посмотрим, как надо было сделать. А, ясно. Это мы получили дворец Герца. Я думал, корона. Так, а что здесь? По-моему,
солнечный камень. Это как в часах обычных янтарные, в смысле рубиновые камни, под дождь вставляются. Так здесь типа янтар, булавка, незавершенное кольцо, громовая вода, значок ИРЦИ. Это что, какая-то... Нужно выставить все планеты на звездной карте справа в соответствии со звездной картой слева. Это получается еще одна игра мини. Так. Но это стоит, вот это. Так. Эту выставили, эту выставили. Теперь... Вот это еще пока не на месте, че на месте. Это вроде на месте. А, вот. Так, еще осталось вот эту выставить. Ну. Это ж выставлено, это выставлено. Это и есть. А, вот. Вот это не выставлено. Вот это не выставлено. Вот это выставили. Зараза, вот это одна стоит. Это что? Пойманный ветер, это громовая вода. Что нам тут советчик посоветует? Галерея какого-то склада, что ли? Или сада? Ключ от хранилища. Советую осмотреть другое место. Не достает дракона. А у нас дракона нет.
А тут вот это прочитать. Мне удалось найти 2 из 3 магических артефактов. Посохи Луны и Солнца. 3-й пока не найден. Боюсь, поиски займут немало времени. Какой такой 3-й артефакт, а? Что тут еще? Недосвет дракона, только совет. А, забрать. Я не заметил. Обценки. То бишь, по-русски это клещи. Понятно. Тут надо было только забрать клещи и уходить. Так, а вот клещи, по-моему, где-то здесь надо применить, чтобы гвоздики аккуратно отодрать. Ну-ка. Так, по крайней мере, я пытался. В городе Аннабен эпидемия неизвестной болезни. Жителям рекомендуется оставаться дома и следить за своей тенью. И ничего не напоминает. Мне напоминает. Так, что ж тут совет? Бах, похоже, эта темная аура как-то связана с тем, что происходит в городе. Чё, нет, забрать ауру? Так, что происходит? Кажется, оттуда исходит какая-то темная аура. Да мне тоже кажется. Так а что делать? Что делать? Надо смотреть другое место. В почтовом ящике что-то есть. А что у нас? Эмблема торговца. И нафиг она нам нужна? Так, шо? Наверное, вот сюда? Да, эмблема торговца. Это похоже на какой-то автоматон. Кулон-дракон. Кулон-дракон. Так, нельзя быть таким самоуверенным. Я должна была его удержать. Да. Должна была. Но не удержала. Так, нужен специальный ключ. А может, булавкой? Так, ясно, нужна какая-то другая стратегия.